Привет! Тема сегодняшнего урока – атомная масса. Что нужно знать про атомную массу? Что атомной массой элемента называется масса его атома, выраженная в атомных единицах массы. Атомная масса элемента записывается вот как АР. А большое R маленькое. И значение относительно атомной массы мы берем из таблицы Менделеева. В каждом в правом нижнем углу ячейки указана относительная атомная масса элемента. Нужно знать, что масса – это важнейшая характеристика атома. Но абсолютная масса атома достаточно маленькая величина, и поэтому для практических целей мы пользуемся относительной величиной, которую называем относительной атомной массой или просто атомной массой. Вот я написала значение. И нужно запомнить, что в качестве единицы измерения атомных масс взяли 1/12 часть массы атома изотопа углерода. Вот. Эта единица измерения массы получила название атомная единица массы. МР, так мы записываем молекулярную массу. И она является суммой относительных атомных масс. И численно она равна молярной массе. Вот численно равна молярной массе. А молярная масса записывается как М большое. Это кратко, что нужно знать и запомнить по атомной массе. Если есть вопросы, пишите.